Приветствую, дорогие друзья, на своем канале. Сегодня YouTube сообщил, что нас уже 10 тысяч. Я рад. Я рад, что вы смотрите. Нас больше 10 тысяч, и я рад, что вы смотрите. И, ну, рад, что то, что я выставляю, представляет вам, скажем так, интерес. Сегодняшнее видео я бы хотел посвятить, даже не посвятить, скажем так, это обращение к украинскому блогеру Миколі Рушніце, так называемому чат-рулеточному украинскому блогеру под псевдонимом Микола Рушніце. Так вот, мое обращение такое. Микола, ты же меня смотришь, правильно? Я знаю, ты смотришь. Ты, наверное, подписан на меня. Так вот, обращение в чем состоит? Микола довольно-таки экстравагантная личность. Известная, скажем, здесь вот в чат-рулетке, как такой, скажем, довольно-таки импульсивный персонаж, за словом в карман не лезящий и всех посылающий в пешее эротическое путешествие. Но есть и другая черта у этого друга Миколы. Он еще проводит великие расследования, расследования века. Находит преступников в своих рядах, предателей, террористов и всех остальных. Ну, находит, ну... Мания у человека такая. Ну, молодец, работает неплохо, в принципе, так вот, если подумать. Его бы силу там до поля пахать, ну, это было бы вообще, знаете, класс. Так вот, он своим вот этим вот движением в поисках врагов внутри уничтожил, ну, насколько я знаю, как минимум 4 блогера, там, скажем, двое из Харькова, один из них литовец. Бедно даже спился. Привет тебе, родной. Я же тебе сказал, за тебя заступлюсь. Двое ребятишек из Донбасса, которых тоже Микола пропесочил по полной программе. Сказать, что они у меня большого сожаления вызывают, то нет. Они тоже пытались, знаете как, заработать копейку на русофобии. А это мне никак не нравится. То есть они пытались составить, наверное, конкуренцию. Или может Микола просто воспринял это как конкуренция его бизнесу. Бедный Микола уже пару лет, у него больше 50 тысяч подписчиков как-то не подпрыгивает. На одном месте как вот замерзло, так и замерзло. Люди не подписываются на него. И, ну, это, соответственно, влияет, по-моему, на просмотры, на донаты. Как бы он ни говорил, что он довольно-таки состоятельный человек, он все равно побирается потихоньку. Так вот, Микола решил заняться мной серьезно. До этого многие видели, наверное, наши разговоры с ним. И со спилкой блогеров, где они меня вначале назвали антиукраинским, потом они меня называли пророссийским, потом вообще меня подняли в звании и в должности, я стал агентом ФСБ. Постепенно, с каждым месяцем, даже меня присваивали очередное воинское звание. Дорос вплоть до куратора в их глазах, который курирует, скажем, блогеров и простых людей, которые выступают против, скажем так, украинских блогеров здесь, в Соединенных Штатах. Я тут, оказывается, кирую всеми финансовыми средствами. И оцените полет фантазии. Мало того, я еще участвовал в вызволении из тюрем, по словам Миколы, тех людей, которые были арестованы во времена, когда у нас вот в Капитолии события происходили. Это полет фантазии, просто вот 80-й уровень. И я не подумайте, я не пишу это видео, чтобы как-то, скажем, возвысить Миколу или разрекламировать его. Ни в коем разе, ни в коем разе. Это видео, скажем так, предупреждение Миколе и особо одаренным. Ну, ура патриотам, типа, знаете, которые вот сидят в комнате или в тепле, или наоборот, где-нибудь в безопасном месте и решают проводить общую украинизацию мира. Скажем так. Знаете, как говорят? Вот, все будет Украина. Так вот, ребят, Микол, ты выпустил последний стрим, где ты конкретно уже, без зазрения совести, угрожал законопослушному налогоплательщику, гражданину Соединенных Штатов Америки. Ты угрожал. Вы, конечно, на следующий день быстренько снесли это видео, как будто ничего не было. Но, как вы же сами и говорите, рукописи не горят, родной.
Мало ты угрожал, ты говорил, что к этому человеку придут украинцы. Пару дней будут бастовать возле окна, полиция посмотрит, посмотрит и уйдет, а ночью, в одну прекрасную ночь, спалят его дом. Я так понял, будить никто никого не будет, правильно? Спалят, наверное, вместе с теми, кто спит в этом доме, правильно, Микола? Как это по-вашему? Аж вот хочется сразу разделять ваши идеалы, вот эти вот, знаете, вот. Интересно. Так ты мало того, ты угрожаешь, так ты еще подставляешь украинцев. Ты умудрился в это дело воткнуть украинцев, которых я как народ плохими не считаю. Ущербные есть в любом народе. Но ты воткнул их как украинцев. Как ты думаешь, какое мнение будет складываться и уже складывается в западном мире по поводу украинцев, которые вдруг решили, опять же говорю, не все украинцы, а некоторые, которые вдруг решили, что они стали все богами, и им все вокруг должны и обязаны. И ту помощь, которую оказывает мир, они не воспринимают как хорошее отношение, в какой-то стороне может, в каком-то смысле жалость и сострадание к беженцам, они воспринимают это как должное. Я здесь выставлю еще ролик, другой, где вдруг кто-то возомнил себя богами. Так вот, Микола, скажу тебе такую вещь. Я надеюсь, ты поймешь, что я пытаюсь тебе донести. Я сейчас выставлю отрывок этого стрима. И если вдруг что-то, не дай бог, случится, кто-то будет мне на улице объяснять, как правильно говорить, ручница, полениться или там укрозалезница, или обвинять меня в нелюбви, ненависти к кому-то, украинскому народу или к Украине, то я буду это расценивать как нападение твое на меня. Если вот в дом вдруг залетит шаровая молния или еще что-то случится, это ты напал на меня. Если вдруг на машине появится лишняя царапина, это ты напал на меня. Поэтому в этом случае вот этот весь стрим с вырезкой того эпизода, который я сейчас здесь выставлю, пойдет в соответствующие органы, где они дадут правильную правовую этому оценку. Я не знаю, кто это будет. Это будет FBI, ANB, Homeland Security. Как они квалифицируют вот это дело? Как международный терроризм? Угроза или еще что-то. Это уже их дела. Не подумай. Я здесь не жалуюсь, Микола. И тебя не пугаю. Я предупреждаю. Также предупреждаю особо одаренных ура-патриотов. Я против Украины ничего не имею. Так же, как не имею ничего против украинского народа. Но если вы решите нарушить закон и прийти, то потом не удивляйтесь, что Микола будет сидеть там и радоваться жизни, может быть. Ну, время же занимает оттуда вытянуть его. А вы здесь будете сидеть в довольно-таки некомфортабельной тюрьме. В лучшем случае. Не буди, Микола, лихо. Не буди. Понял? Игрушки заканчиваются. Как ты там любишь говорить? Игрушки заканчиваются. Чтобы вы все понимали. Это уже начинается серьезно, это угроза жизни и семье. На этом я сказал все. А украинцам, еще раз говорю, тем, кто беженцы, у всего мира вызывает сострадание то, что происходит у вас. Понимаете? Сострадание, наблюдание всех этих беженцев, бегущих за границу, в поисках спокойствия и мирного неба над головой. И люди пытаются помочь всем, что есть. Многие даже отдают свое. Но судя из роликов в Ютубе, лучше бы вы сидели на месте, а не позорили свою страну, некоторые из вас, которые выезжают и мало того начинают права свои качать, что-то им не нравится, так еще пытаются угрожать кому-то.
Вы что? Тенденция в мире так быстро поменяется. Быстро поменяется. Вы этого хотите? Я ни к чему не призываю. Давайте оставаться людьми. Как бы оно ни было, оставаться людьми. Кстати, последнее. Арчил, ты знаешь, о каком я говорю, правильно? Сын грузинского народа. Ты же говорил, что ты не пишешь. Ну ладно, я твой ролик следующий выставлю после этого. Пусть люди посмотрят. Спасибо, дорогие подписчики. Извините, что так много заняло времени, но хотелось донести как можно лучше другу Миколе, чтобы понятно было, а то он же импульсивный товарищ. Всего хорошего. Увидимся. Счастливо, ребят. Ой, тот самый Бабичев. Слышишь, уебан приходил, тот самый Бабичев. А его... Он еще так шевелится. Слушай, да, вот сейчас я хочу. Уебан, смотри. Я Бабичев. Вот тебя сейчас только что снесли, тот самый Бабичев. Смотри, уебанец. Ты, сука, дальше горцуешь. Я ж тебе сказал, козлу, бери пример того Шуры. Ну, того Шуры. Он такой, он более сцикливый, чем ты, да? Объясняю, почему, чем это лучше. Он чуть подольше походит на свободе. А тебе, тебя так за яйца пидораса взяли, что ты тут ходишь горцевать? Ну вот, ну, ты ходишь что показывать? Ты ходишь что-то показывать? Уебка кусок. Ты ж смотри, что тебе украинцы домой придут. Просто придут домой, сделают какую-то там забастовку, демонстрацию, ты вызовешь полицию, полиция посмотрит раза два-три, а потом тебе нахуй кто-то ночью сожжет дом, и все. И ты, блядь, будешь такой ходить, такой разуверистый, что тебе страховка выплатит квартиру, хера она выплатит. Не, она тебе ничего не выплатит. Ты будешь как сидеть на жопе ровно, и все. Шура, тебе пизда, Шура. Вот и все. Как это? Меховой зверек тебе. Ну, вот и все, Шура. Вадимыч, тебе слово. Послушайте СМС, потом я скажу комментарии. Вот, пришло СМС на телефон. Включаю при вас. А, привет, Оливера. Ну, ты же разумеешь, что вам зараз русский будет пиздец. Вас зараз будут по одному навіть тут время вылавливать. Ты что, разумеешь, правда? Продай своим друзьям на Москве. Мне похуй, я буду резать всех. Я сяду в тюрьму, но, блядей, блядь, буду нищити навіть тут. Я срала і мазала, і навіть їхніх дітей, і навіть їхніх дітей, і навіть їхніх вагітних жінок. Да, я така сука. Бо я, блядь, більше не можу дивитися, як наші міста падають. Я хочу, щоб падали русські, і діти, і жінки вагітні. Я того хочу. Это СМС сегодня прислали одной женщине, которая в Риме находится, русская. Вот они нам угрожают. Мне такие же пишут наподобие. Это видео я сделала для тех, кто говорит, ему стыдно быть русским. Это им это видео. А мне стыдно, что на земле еще есть эта мразь. Эта фашистская мразь еще есть на земле. Это говорила Бендерка. Бендерка, кто не знает, это Западная Украина. У меня еще есть видео про эти Бендерок. Послушайте, послушайте внимательно. Внимательно послушайте еще раз. А, привет, Оливера. Ну, ты же разумеешь, что вам зараз русский будет пиздец. Вас зараз будут по одному навіть тут время вылавливать. Ты что, разумеешь, правда? Продай своим друзьям на Москве. Мне похуй, я буду резать всех. Я сяду в тюрьму, но, блядей, блядь, буду нищити навіть тут. Я срала и мазала, и навіть їхніх дітей, и навіть їхніх дітей, и навіть їхніх вагітних жінок. Да, я така сука. Бо я, блядь, більше не можу дивитися, як наші міста падають. Я хочу, щоб падали русські, і діти, і жінки вагітні. Я того хочу. Що ще можна говорити? Що ще можна говорити?